Всем привет. Давайте начнем немножко потихоньку выбираться из депрессивного состояния. И продолжу тогда снимать ролики. Сейчас тогда пройдемся по призывам. Есть немножко жетончиков. И ищу сэра Курли. Я за ним тогда охотился. И вот, наверное, надо продолжить охоту за ним. Немножко так скажу сразу, что, наверное, еще несколько видео, ну, в ближайшую неделю точно будут такими немножко заунылыми. Вот. И, возможно, где-то какие-то косяки на военных действиях или еще что-нибудь такое. Ну, будем стараться вернуться в нормальный ритм жизни. Жизнь продолжается. И будем снимать новые ролики. Так, сейчас пока на данный момент ни одной пятерки еще не пришло. Смотрим, смотрим. Кавалер Лоббит очередной раз приходит. Так, сэр Курли. Нужен сэр Курли. Ну, кто у нас сейчас будет? Четырехзвездный Колин. Ладно. Крутим, смотрим. Ригард. Ну, мне их достаточно уже, не буду этого прокачивать, это будет корм. Зайки на костюм пойдет, Сабина туда же, кстати. Вот уже вроде как четверки подходит, может, блин, Леди Бараштон. А так, надежда затеплилась, вдруг все-таки сэр Курли придет. Ну, желтенький, чао. Так, осталось три призыва. И кто у нас будет здесь? Ренфилд. Осталось два. Смотрим. Мастер Лепус. Кстати, второй. Вот интересно, ребят. Серьезно, а вот двух Лепусов в костюме есть смысл прокачивать? И контрольный. Кто у нас будет здесь? Кавалер Ловит. Ладно. Значит, сэр Курли не пришел, но второй Лепус, по-моему, это круто. Вот, так что официально назначаю призыв удачным. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Огромное спасибо тем, кто не отписался и прождал эту неделю. Спасибо вам, ребят, огромное. Ну, буду стараться как-то контентом заполнить пустоту, которая образовалась. Все, спасибо. Увидимся чуть позже. Пока-пока.